От шпильки до булавки, от туфелек до шляпки. Неделя моды и стиля открыта во Владивостоке. Pacific Style Week 2014 приготовил много сюрпризов для модников и модниц города. Pacific Style Week 2014 открылась коллекция великого российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Естественность, логичность линии и простота форм. Так маэстро моды описал свою коллекцию. Каждый наряд кутюрье не случайно выдержан в русском стиле. Тема этой недели моды – русская культура. Показ основателя российской моды Вячеслава Зайцева – уникальное для города событие. Роскошные наряды из новой коллекции кутюрье никого не оставили равнодушным. Что вообще мне больше всего понравилось? Может быть, какая-то коллекция? Ну да, Зайцева. Да, мне понравились корсеты очень у него. Ну, лично мне понравился очень показ Зайцева. Конечно же, очень понравилась коллекция Вячеслава Зайцева. Просто в восторге, вообще шикарно. Ну и наши дизайнеры тоже рады. Очень понравилось само мероприятие, как это все преподнесли организаторы. Конечно, обязательно нужны города такие. Свои коллекции представили молодые дизайнеры Владивостока. На подиуме коллекция Оксаны Киричевской «Волшебная природа», призер карнавала в Венеции. Для дизайнеров Оксаны Киричевской и Ирины Капитоновой участие в Pacific Style Week – событие особенное. Возможность представить свою коллекцию на подиуме возникает нечасто. Здесь синтез искусств. Вот, связанные с модой, да, это получается и прическа, и макияж, и визаж, и платье, и что-то театральное есть. И, в общем, все люди творческие нашего города собираются и делают свои проекты, показывают их на сцене, рассказывают о них, это очень интересно. Вот эта неделя, в ней не поучаствовать, это очень страшно для меня. Всю неделю на территории ВГУЭС будут проходить показы и мастер-классы известных модельеров. Каждый день посвящен отдельному направлению. Попасть в мир моды может любой желающий. Анна Бережная, Игорь Болтов, новости на 8.